Срочно вяжу тыкву. Впервые в своей жизни. Сегодня у нас воскресенье, завтра нужно будет ребенку поделку в школу принести. В общем, мама, как всегда, в последний момент. Хочу показать, вот по какому мастер-классу я вяжу. Вот. Это у нас Ритка Бренд называется. Канал художественное вязание. Небольшой канал, но очень полезное видео по тыковкам, именно спицами, кому интересно. Так что я оставлю ссылочку, конечно же, проходите, вяжите, если вам актуально. Очень прикольно, и особенно вот эта вот верхушечка получается, такие вот ниточки здесь закрученные. Прикольные, мне нравится. И то, что разных цветов, интересное. В общем, посмотрим, какая получится у меня. Я вяжу вот горчицей. Все той же, которая шла на носочки недавно. В общем, извязываю остатки. Ну, вот такая вот тыквочка у нас получилась. Тыква! Да, такая тыква на подставочке. Подставку Алиса делала, а тыкву мама связала. Вот. Не было времени ее, правда, постирать, отпарить. Но, ну, я имею в виду ткань, вот эту, прежде чем набить. Немножко кривоватенько, ну да ладно. А это тыква из фикс-прайса. Такая вот тыквочка прикольная. Достаточно крепкая такая, надежная. Ну и симпатичная. Такая большая, там что, слон повис? Почему повис? Он просто лежит, сложенный в коробке. Такая вот большая посылка нам пришла. Давай я думала, что она попозже придет, но вот как-то очень быстро, очень-очень быстро. Это швейная машинка, которую я очень-очень ждала. Моя старая давно сломалась, ну как давно, в начале лета, наверное. То одно, то другое. В общем, она совсем уже плохо шила. И вот я такую заказала себе новую помощницу. Это машинка от Janome Juno 507. Давно я мечтала о новой машинке. И вот она у меня. Давайте вместе с вами ее сейчас распакуем. Здесь мы видим инструкцию по эксплуатации к швейной машине. Также где-то должен быть гарантийный талон. Это у нас гарантийный талон. Это буклет от магазина Seven Shop. Магазин Seven Shop — это не только швейные машины. Если посмотреть на главной странице, то мы увидим, что в магазине есть и швейная техника, постельные принадлежности, швейные аксессуары, гладильные, различные инструменты, отпариватели, портновские колодки, гладильные системы и гладильные прессы. Постоянно идут какие-то акции, какие-то скидки, и, конечно же, вы можете также приобрести по моей скидке технику для себя с промокодом Матвеева. Даже вот есть постельные принадлежности. Ну, а мы продолжаем дальше нашу распаковку. Все очень тщательно упаковано, надежно. Красота! Как же приятно обладать новой вещью, которой никто еще до меня не пользовался абсолютно. Исправная, красивая, все беленькое, чистенькое, новенькое. Осталось только разобраться, понять, что здесь к чему, вставить ниточки, прочитать инструкцию, конечно же, и приступать к шитью. Прям вот, знаете, хочется что-то новенькое не связать теперь, а сшить. И, возможно, я это сделаю в ближайшее время. Ну а теперь давайте вместе с вами посмотрим, какие функции у этой машинки, какие у нее строчки, как она работает. Все достаточно просто, главное иметь инструкцию под рукой. Включается, есть педаль, я вам уже показывала при распаковке, и включается лампочка, загорается, и мы видим игольную пластину с разметкой, что очень удобно для ровности швов. Также есть вот такая рукавная платформа, есть ручка. Есть две вот такие вот
выходящие из машинки детали, на которые надевается нить. Есть 11 швов, плюс 12-я функция – это обработка отверстия под пуговицы, полуавтоматическая. Есть реверс. Вот, давайте посмотрим, что внутри идет в комплекте. Это такой минимально необходимый набор. Здесь три прозрачные шпульки. Также идут иглы добавочные. Три штуки в этой упаковке. Идет лапка для пришивания молнии. Также идет вот такая вот лапка, которая идет для потайного шва, подходит. И вот такая вот лапка для выметывания полуавтоматической петли. Я вам прикладываю фотографию из инструкции. И, конечно же, вспарыватель тоже иногда может пригодиться. Чтобы намотать нитку на шпульку, мы продеваем ниточку в отверстие, устанавливаем на стержень и нажимаем на педаль. Но прежде, конечно же, нужно оттянуть маховое колесо, чтобы отключить рабочий вал. Дальше вставляем все это в челнок и заправляем верхнюю ниточку. Она у меня будет черного цвета для наглядности. Тоже все очень просто, стрелочками показано. А также есть нить-вдеватель. Очень классная вещь, которая помогает многим беречь глаза и время, нервы и так далее. Все очень просто. Вы опускаете вниз этот элемент и определенным образом наматываете ниточку, отпускаете, и ниточка уже в игле. Также поднимаем нижнюю нить и приступаем к шитью. Устанавливаем на какой-нибудь нужный нам необходимый шов. Начинаем строчить. По окончанию есть вот такая вот возможность обрезать ниточку. Тоже очень удобно. Посмотрите, какие разные красивые швы у меня получаются. У меня получилось 11 разных швов. Все ровно и аккуратно. Вот здесь у нас идет регулировка натяжения верхней нити. В основном на все швы идет, вот как уже поставлено с завода, 4, но иногда нужно поменять на другую цифру. Об этом, конечно же, мы узнаем из инструкции. Вот, например, чтобы пришить пуговицу, мы выбираем 3. Есть также специальные лапки, но если ее нет, можно пользоваться универсальной. Отключаем обязательно транспортер. Вот этот, который двигает ткань, отключаем. Выбираем по размеру отверстий и начинаем пришивать. Все это делается очень аккуратно. Для начала убедиться нужно, что все отверстия расположены на одной линии. Если мы хотим отключить транспортер ткани, например, для пришивания пуговицы, опять-таки, либо для штопки, для вышивки, мы открываем вот здесь вот так. И вот этот рычажок надавливаем, отводим вправо. Все, транспортер при шитье у нас не двигается. И возвращаем на место таким же движением. Пошло дело. В общем, я очень-очень довольна. Машинка, она соответствует моим ожиданиям на все 100 и даже больше. Очень удобная, качественная, надежная, ну, практически бесшумная. Очень тихо по сравнению с предыдущей машинкой моей шьет. Она не двигается по столу и достаточно тяжелая такая. Я всем советую. Ну, вот эта модель однозначно. Можете выбрать любую другую. У меня есть 10% промокод со скидкой, так что проходите по ссылке в магазин 7shop и выбирайте для себя свою помощницу. Надеюсь, что она будет мне служить очень долго. Вы мне в комментариях написали, что именно Джинаме служит уже по 10-14 лет. Я надеюсь, что мне, я даже верю и знаю, что она мне будет также служить. Главное, обращаться, конечно, с ней осторожно, любить, холить, лелеять и смазывать все детальки по мере необходимости. Ну а сейчас я хочу вам также рассказать о своей находке. Мне нужно поменять как раз в молнию в куртке у сына. И да, я в ближайшее время это сделаю и также расскажу вам, что я придумала, какую идею, какой лайфхак нашла
чтобы не распарывать всю куртку, там не доставать старую молнию. Просто супер идея. Итак, не успела мама купить новую куртку сыну. Такую тепленькую, приятную. Она у нас и на осень, и вообще зимой можно носить, если не очень холодно. Как сын сломал замок. Вот, посмотрите, вырвал просто два зубчика. Ну да, он у меня такой, не очень аккуратный, как, наверное, многие мальчишки. Вот так вот растягивает в разные стороны и вырывает молнию. Это уже вторая куртка, которую приходится чинить. Так вот, я нашла очень классный способ и сейчас с вами тоже поделюсь. Купила вот такую вот молнию. Она не совсем цвет в цвет, но практически, практически. Вот немножко по оттенку отличается. Первое, это то, что можно не менять всю молнию, если она идентичная, а поменять только одну сторону. Вы это знали вообще? Я, когда узнала, я так обрадовалась. Так вот, мы меняем только одну сторону. И еще одна приятная новость. Не обязательно удалять, да, распарывать здесь вот все вот это вот, чтобы поменять молнию. А можно просто откусить все зубчики кусачками, либо плоскогубцами. Все это мы убираем. И аккуратненько пришиваем. Пришиваем поверх, либо вовнутрь. Ну, лучше, наверное, вовнутрь. Там есть несколько способов. Вот я, наверное, буду вовнутрь все-таки пришивать. Тем более у меня здесь есть ткань, которая потом закроет. Я либо вручную потом уже пришью, либо на машинке прострочу. Вот здесь вот отдельно. И все будет аккуратно. Вот. Этим и хочу заняться в ближайшее время. Кому интересно, как получится, подписывайтесь на канал, и в следующий раз я обязательно вам покажу. Сейчас я... Почему сейчас не могу? Потому что я не купила нитки. И вот, как только я куплю нитки, подходящие по цвету, оказывается, у меня нет серых ниток, я обязательно это все сделаю. Ну и, конечно же, машинка мне в помощь, так что в следующий раз посмотрите, что у меня получится. Так, заехала я, купила все-таки нитки и покажу вам в этом видео, что у меня получится. Такие вот серые взяла. Ну и белые, черные никогда не будут лишними. По 55 рублей у нас ниточки в швейном магазине. Итак, что у меня тут на практике? Я пользуюсь маникюрными щипчиками старыми, а сейчас они у меня не в ходу. Как раз таки для таких случаев и пригождаются, потому что плоскогубцы вообще ничего не отрывали. Ну, либо у меня это не получилось. Работа монотонная, потихонечку, осторожно все отрываем. И дальше приметываем, пришиваем одну часть молнии. Также я поменяла лапку на специальную для пришивания молнии. Все это очень легко. И, кстати, такая удобная лапка. Я впервые ею пользуюсь. На самом деле, посмотрите, каким образом выглядит, да? Она не мешает шитью. Как поменять? Сзади машинки есть вот такая вот, такой рычажок. Нажимаешь наверх, и лапка сама отскакивает. Как менять на другую? Вот на универсальную я опять меняю. Опускаем. И опять-таки нажимаем на этот рычажок. Да, сложности были еще в том, что здесь кнопка находится, да, и распотрошить и вшить все равно было бы сложно. Так вот, здесь у меня планочка, которая все-таки закрывает все. И я показываю, что у меня получилось. Вот такая вот у меня вшитая молния вышла, да. Как я уже говорила, она чуточку отличается по цвету, но это не так страшно. И вот здесь вот у меня вот так вот вышло. Я немножко вручную здесь прошлась. Вот. Таким вот образом все у меня пришито. Так что берите на вооружение лайфхак. Я второй раз в жизни, наверное, вшиваю молнию в куртку, поэтому не супер спец. Но этот способ мне очень понравился. Он достаточно аккуратный и удобный. Удобный однозначно. Всем привет! У меня немножко осталось. Я решила вам показаться до и после. Вот так вот выглядит мой
джемпер, вот такие вот рукава, еще все торчит, ниточки торчат, и самое главное, одного рукава нет практически вообще, но вяжется довольно-таки быстро, потому что здесь уже узкая часть пошла. Вот таким вот образом выглядит рукав. Ну, в общем, давайте длину вам тоже покажу. Очень короткий, как вы видите. Очень странно выглядит, пока без рукава и не постиранный. Мне кажется, что немножко как-то перекручивается. В общем, буду блокировать. А в общем, мне очень нравится, как сидит. Так что покажу вам в следующем кадре уже готовую работу. Ну что ж, джемпер высох. Показываю вам его во всей красе. Вот, спинка немножко длиннее за счет укороченных рядов. Вот таким вот образом выглядит закрытие резиночки. У нас сегодня пасмурно, но надеюсь, что-то видно. В любом случае, я все равно буду показывать вам в готовых работах в более такой удачный день. И вы подробно увидите. И также будет анонс мастер-класса. Джемпер этот будет мастер-классом на Boosty, так что переходите, сохраняйте себе, подписывайтесь в мой Boosty. И там несколько других еще мастер-классов. И, в общем-то, те, кто будет подписываться по платной подписке, будут также получать какие-то бонусы в виде небольших мастер-классов, каких-то тонкостей, которые я применяю в работе, которые здесь не озвучиваю. В общем, мне нравится джемпер, я его примерила. Пока не буду вам показывать, как это выглядит на мне, но скажу сразу, что мне очень нравится, как сидит форма. Здесь несколько фишечек, которые я применила для лучшей посадки. И думала, использовать ли те же косички и ажуры по рукаву, или остановиться только на изнаночной глади, но в итоге сделала так и не пожалела. Мне нравится. В общем, все замечательно. Он еще не отпарен, и, как вы видите, кончики везде торчат. Но я уже очень довольна. Все, работа практически готова. Осталось, ну, буквально там полчаса, чтобы все это заправить, отпарить и отфотографировать, конечно же. Наконец-то я могу приступить к новой работе. И, кстати, у меня появилась идея с начала месяца, с ноября, запустить неделю стартов, потому что в голове у меня очень много планов. 5 как минимум, это однозначно. Так что 5-дневная неделя будет у меня начало, да, в начале месяца по стартам. Вязальный старт, и каждый день я буду начинать какую-то новую вещь. Вот, ну, к этому джемперу мы вернемся еще в готовых работах. Мне очень понравилась пряжа. В общем, посмотрите, какая красота. Просто невероятная ровность и невероятно узор красиво раскрывается в этой пряже. Ну и изнаночная гладь в том числе смотрится очень хорошо, и лицевая хорошо смотрится. Отличная пряжа, качественная, классная. И, кстати, по расходу меня она удивила, потому что я боялась, что не хватит мне. Но у меня еще осталось почти 2 мотка. Один целый и один немножко начатый. Так что я, ну, вот полностью оправдал мои ожидания и пряжа, и моя задумка. И также под конец влога покажу вам. Вчера начала работу. Еще одну. Носочек, но вот думаю, что пятку все-таки я распущу. Что-то мне не нравится, когда черная пятка. Наверное, все-таки буду вязать просто серым. А еще хочу сделать здесь вышивку. Именно для этого оставила между полосочками жаккарда пространство. Сюда хочу вышить вот этим цветом цветочки. Это пряжа бабушкин носок от Семеновской фабрики. Вот, но мне кажется, что пусть он будет все-таки сереньким. А черная пятка, нет, она слишком как-то выделяется, не хочется. Хочется, чтобы они были нежные такие. И в этот раз я, да, по петлям я здесь набирала 48 петель. И хочется, чтобы носочек был вот прям по ноге, поплотнее, поуже. Потому что у меня многие носки такие, знаете, с запасом на объем
Здесь хочется, чтобы они были узкие, пусть они и шерстяные, и тепленькие, но можно на тоненький хлопковый носочек будет надевать и греться. Вот, можно на голую ножку. В общем, еще одна у меня работа. Ну, это быстренько вяжется, причем не на чулочных, не на коротких круговых. Я в этот раз Magic Loop вяжу, и это у меня 2,5. Вот. Вяжу, быстро-быстро вяжу, с удовольствием, потому что я устала от большого проекта. Но вы меня понимаете, наверное. На этом я свой влог заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылкам, которые я оставлю внизу. Ну и пишите комментарии. Всего доброго. До скорых встреч.